В Гвинее врачи борются за жизни десятков людей. Вспышка неизвестной лихорадки уносит жизни одну за другой. В числе погибших по меньшей мере уже более двух десятков человек. Первый случай заболевания медики зарегистрировали еще в феврале. С тех пор было зарегистрировано 80 заболевших. На сегодняшний день мы зафиксировали 36 случаев непонятного заболевания. Из 36 человек 23 умерли в префектурах Гекеду и Масента. Группа исследователей собирается посещать деревню за деревней, чтобы выявить источник вируса. Сейчас мы не исключаем, что это могут быть лихорадка Ласса или Эбола, лептоспироз или другие болезни. Есть опасения, что эпидемия может распространиться на соседнее государство Сьерра-Леоне. Сейчас зараженные люди изолированы, а образцы вируса отправлены в Сенегал и Францию для дальнейших исследований. Я боюсь, потому что это может угрожать и мне. Это не первый случай, когда такой вирус приходит в лесную Гвинею. Я прошу правительство прийти на помощь тем людям. Лесная Гвинея — это житница страны. И когда храбрые люди, сыновья Гвинеи, страдают от этой болезни, меня это очень тревожит. Организация «Врачи без границ» объявила о срочной отправке в Гвинею группы специалистов-медиков. Кроме того, в ближайшие дни в Гвинею из Франции и Бельгии доставят около 33 тонн оборудования и гуманитарных грузов.